сдыхает мой телефон потихоньку, поэтому я ничего не могу снять. Только снимать начинаю, он сразу вырубается. Темнеет экран, и все, видео прекращается, мои любимые. Ну, что делать? Принимаем! И благодарим! На небе вот такое. Непонятно, что над нами. Там малявка катается на самокате, визжит тут. Вот она. Ня-ня-ня, 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 ня-ня-ня. Ой, не могу. А я готовлю. Захотела завтракать. Вот надо спагетти сварить. Они уже почти готовые. И здесь вот какое-то что-то типа омлета. Не знаю, с яйцом. Нарезала себе огурчиков с лучком зеленым. Такой у меня завтрак, мои любимые. О, давайте хоть поздороваемся. Времени уже час, а я только завтракать собралась. Добрый, прекрасный день. Очень-очень люблю вас. Не знаю, может, там уже выключилось видео. Ну, хоть так буду снимать. Не знаю, когда загрузится, потому что у меня вчерашние видео все еще загружаются. И если я перезагружу телефон, то все, что я загружала всю ночь, исчезнет. Смотрите, какая красота. Это что-то. Как пахнет омлетик. Все, буду доставать. Буду доставать. И макарошечки тоже, по-моему, готовы. Или еще альденто. Не знаю. Взяла тарелочку. Майонез затончился. Ну и слава богу. Все затанчивается. Все изменяется. У меня вот такой омлет получился. Что-то подобие какое-то. Ну ладно, лучше, чем ничего. Тоже благодарим. Берем мою тарелочку желтенькую, любимую. Такая у меня сегодня красота. Майонез не нужен. Как там? Скрипач. А кто там? Не скрипач, а кто? Блин, кузнец. Вспомнила. Кузнец не нужен. Кузнец не нужен. Да-да-да-да-да-да. Бисмилля. Походу на химик. Может быть и сырые, не знаю. Правда, не пробовала. И время я никогда не засекаю. Кто-то там время засекает. Давайте попробуем. Идеально. Шеф. А малая все катается. Умница. Так, немножечко насыпем. Все, хватит. Люся, куда ты насыпаешься? Вот, моя любимая, приготовила завтрак себе. И буду вкушать. Всем, кто кушает, приятного аппетита. И тут как тут подоспела Хорита. Хорита, для тебя ничего нет. Может, кусочек омлетика тебе отрежу? Не знаю еще. Такой омлетик тоже хочу попробовать. И вам сказать, как он. Да, без ножа. Буду так его отрывать. Безжалостно. Какой нежненький. Ну, что там? Два яйца и молоко. Очень вкусно. А, и соль немножко. Люблю вас, мои хорошие. Всем, кто кушает. Приятного аппетита. Спасибо, что вы есть. И огурчики. Я их не солю.
Потому что если хочу соленые, у меня есть и малосольные, и соленые, и всякие. Я люблю без соли, потому что там в каждом продукте достаточно соли. Тем более посолила. Малая вообще, как я в детстве, точно.